Поэтому пускай Запад захлебнется своими всеми нечистотами на Украине. Тут как-то кто-то говорил в вашей передаче, чем пахнет Майдан на Киеве? Проханову задали вопрос. Он говорит, пахнет кровью. Заблуждайтесь, дорогой Александр Андреевич. Майдан пахнет говном. Там нечистоты одни. Там ничего вывозить нельзя. Нет. В прямом смысле. Понятно. Там нет туалетов. И отходы продуктов. Там все гниет. И нету служб. Они запрещают убирать. Мы выходим в такое время, что нас могут смотреть дети. Я боюсь, если они будут вас цитировать в школе, у них будут проблемы.